Эта высотка в московском районе Калининграда уже давно привлекала внимание оперативников. Здесь обнаружили скрытое от посторонних глаз помещение. С визитом полицейских становится ясно, что именно прятали за этой дверью. Любители покера на деньги явно не в восторге. Эту партию уже точно не доиграть. Можете пояснить вот по поводу игры здесь? Что это за игра такая? А мы футбол смотрели, мы не играли. А фишки вот лежат там? Это не знаю. Это в магазине купленные фишки, наверное. Здесь, кроме футбола, что-то еще происходило? Нет, я не видел ничего. По версии полиции, это не простой клуб по интересам. Двое калининградцев специально поставили здесь покерные столы, наняли охрану и обустроили приличную систему безопасности. Попасть за этот стол могли только проверенные люди. А общий доход от проведения покерных турниров на деньги мог составлять десятки тысяч рублей. Казино располагалось на 5-м этаже здания. Оснащено было многоуровневой системой охраны. Был ограничен доступ не только сотрудников полиции, соответственно, но и простых граждан, которые запускались только по звонку. В ходе операции были задержаны 15 граждан, изъято 3 покерных стола, большое количество фишек, игральных карт, а также денежные средства. Сейчас оперативники продолжают проверку в отношении лиц, причастных к организации незаконного игорного бизнеса. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Организаторам может грозить как штраф до 500 000 рублей, так и лишение свободы сроком до 2 лет. Данил Усинов, Николай Скиба, Вести, дежурная часть.